Актуальні питання, чіткі відповіді. Спитай у політика про те, що хвилює. Когда шахтерам подадут пенсии? Когда шахтерам, когда власть изменится, опустится на землю, будет платить не вот этим новым всем структурам, НАБУ, НБР, космические деньги, которые ничего не делают, если не сказать грубее. Это первое. Второе. Пенсия в западных странах – это всегда 50% средней заработной платы, которую человек заработал. Соответственно, примерно эта сумма. Соответственно, если шахтеры получали там, 12, 15, 18 тысяч, а таких шахтов достаточно много, соответственно, такая пенсия должна быть у шахтера. Я думаю, за год-полтора можно навести полный порядок. И я еще хочу напомнить, что половина зарплаты украинцев находится в тени. Что в половину все, кто платит в конвертах деньги, они обворовывают пенсионеры. Образование и медицина. Тут два, как говорится, навстречу идущих состава. Первое – это вывести заработную плату из тени и отказаться от излишних государственных расходов в пользу пенсионеров. Меня волнует большая проблема по поводу вакцинации наших маленьких деток. У меня двое внуков, и я столкнулась с этой проблемой. Что? Нам предоставляют вакцину индийского производства. Тройную, то есть АКДС. Этой вакциной вакцинировать детей невозможно. Почему? Потому что она дает очень большие последствия, и ответственность за вакцинацию наших детей никто не несет. Я согласна, пускай нам государство предоставляет импортные вакцины, я согласна, пускай это будет платно, но пускай наша поликлиника предоставляет детям эти прививки, европейские, но не индийскую. Зачем нам нужен больной генофонд, скажите? Я не совсем согласен с оценкой, проблема здесь, конечно, есть. Индия и Китай, мы немножко как бы привыкли, что мы – это страна развитая, а это третий мир. Индия и Китай имеют у себя на территории заводы самых ведущих фармакологических компаний в мире. Тут вопрос непосредственно, какая вакцина, кто производитель, сертифицирована она в ЕС, и имеют ли право в Украине вакцинировать, и какие будут последствия. К сожалению, могу сказать, что Министерство охраны здоровья работает, наверное, хуже всех, и это больше всего отражается на, как говорится, на здоровье наших граждан, потому что министр, мягко говоря, ну, неудобно в адрес дамы говорить такой, неадекватный человек. Ну, нужно менять власть и нужно добиваться качественной, в том числе, вернее, в первую очередь, качественной медицины. Другого пути я не вижу. Это бесполезно рассказывать. Один рассказывал умник, ну, выгнали вроде, уже подали представление, что украинцы много едят. Даже Советский Союз не мог по потреблению мяса догнать Западную Европу. А Украина вдвое меньше потребляет. Понимаете? Просто это какой-то камеди-клаб получается, а не сегодняшняя власть. Будет смена власти, будет, значит, будет ответственная власть, и не надо сидеть дома, надо идти и голосовать на следующих выборах. Будет ответственная власть, значит, будет и качество жизни в Украине. Не будет безответственная власть, которая от лозунгами нацистскими торгует, значит, не будет никакой жизни нормальной в Украине. Вот и все. Почему государство не компенсирует коммунальным предприятиям и ОСМД деньги по субсидиям? Ну, потому что государство безответственно подходит к реформе. И в том числе к ОСМД. ОСМД, прежде всего, должно получить беспроцентные суды на то, чтобы действительно привести в порядок свои коммунальные сети, как, например, это произошло в Берлине, в Варшаве, в Риге, в Таллине. А потом уже эффективно защитив... Кстати, вопрос про ОСМД. В Берлине в пятиэтажных домах 65% экономии расходов на электроэнергию и тепло после модернизации. На сегодняшний день государство занимает безответственную политику, ведет безответственную политику в коммунальной сфере. Я думаю, 4 года уже пережили, год уже надо как-то перетерпеть, но с таким подходом власти к решениям проблем в стране, эта власть недостойна будет власти. Тем более все проблемы, которые перечислены, это проблемы местного самоуправления. На сегодняшний день нет единой политики
передачи власти. То есть децентрализация есть только на словах. Все равно городские головы, городские советы, обвешанные ограничительными мероприятиями кабинета министров, все равно ходит банда этих прокуроров и прочих правоохранителей, все равно куча вымогателей вокруг каждого, как говорится, процесса коммунального или производственного. Поэтому только системная смена власти плюс настоящая децентрализация позволит эти проблемы решить. По-другому не получится. Меня очень волнует вопрос бытового топлива. Я проживу в поселке Старый Крым, в частном доме. У нас в поселке четверть поселка газ, остальные все с дровами и углем. Ситуация просто ужасная. Один куб дров стоит до 1000 гривен. Уголь 6-7 тысяч гривен. И получается, что отопить дом, это на около 20 тысяч надо на год. Пенсионеру просто неподъемно. Сидим, можно сказать, в холоде. Как-то все-таки, мне кажется, хотя бы пенсионерам, вот, хотя бы там по тонне, там по 2 тонны угля, по какой-то льготной цене можно было бы как-то выдавать. Потому что, ну как вот реально прожить? Будем разбираться. Я буду вот в области на следующей неделе, на этой неделе. Будем разбираться, будем искать ресурсы, каким путем можно помочь пенсионерам, которые действительно страдают ни за что, и цена угля должна быть в любом случае адекватна и доступна каждому пенсионеру. Оставьте канал Усварады, с вами обязательно свяжутся. Работала в санитарной службе, отделение гигиены детей и подростков. И тогда звенел наш Орджоникидзевский район над морем, значит, задором и смехом, и криком, и весельем, и играми детей в оздоровительных лагерях. Их было 4. Сейчас же площади все закуплены, вывезено все оборудование, развалено все. И построены коттеджи имущих людей, которые достойны, я не спорю, но все-таки и дети отняли, говорится, сейчас уже нет такого, как сказать, все лучшее детям. Да, к сожалению, такого уже нет. А на самом деле в самых развитых, как у нас любили говорить, капиталистических странах мира, в столицах есть детские центры, детские парки от муниципалитетов. Поэтому будем обсуждать с Вадимом Бойченко, с мэром города, создание на основе коммунальной таких детских центров, где ребенок может спокойно провести досуг. Летом дети тех родителей, которые по ряду причин не смогли отправить ребенка на летнее оздоровление. Я считаю, что Мариуполь очень успешный и достойный город, и вполне городской совет может уделить внимание детям по-настоящему.